Мы уже пишем, уже пишем. Отлично. Всем привет. С вами Вадим Мувис 123. И сегодня мы будем выходить Бэтмен. Но сначала я хочу открыть свою фотографию. Не знаю, как это работает. Это не важно. Давайте начнем. Начинаем. Не обойдите. Итак, мы начинаем игру. Игру можно заказать на Play Market. В игру Batman лучше всего играть в наушниках. А, не нужно. Так, DC и Warner Brothers. Да. А вот и Batman. Видите, какой крутой? Бэтмен! See territory shares. Нажмите, чтобы надеть. Ну, давайте начнем. Нем. Так, разрешить. Так, пока она загружается, мы пока расскажем о Бэтмене. А, уже закусилась. Ну ладно, не будем. Все мы знаем Бэтмена. Он делился с богатой семьей, но его родители умерли, ну и так далее. Так. Итак, игра начинается. Но мы не будем делать вторую главу, мы будем просто первую главу проходить. И это первая часть моей главы. Кстати, вы смотрели на моем видео «Человек-паук. Эволюция героя». Советую вам посмотреть лучший фильм. Ну да, загрузка долгая. Не обращайте внимания, это моя мама готовит. Я же Татьяна Михайловна Серебенникова. Найдите о ней интересного ВКонтакте. Ладно, не буду вас перебивать, начнем. Thank you.
позже. Привет! Какого чёрта? Все назад! Гордон? Они на 52-м этаже. Я иду внутрь. Эй, стой! Не нужно. Поднимитесь по лестнице. Я знаю, что Да, сейчас игра начнется. Чёрт! Куда он делся? Кто бы это не появился, не выпускайте его. Да, это как, видимо, Minecraft Story Mode, там точно так же. Ну, давайте начнем. Ну, давайте продолжим. Что это было? Встать с кулом! Чёрт, что за чёрт? О, сейчас он не
благодаря мне. Кто у тебя стучался? Ой, это чинится на кошку. Behind you, big boy. Сзади большой мишка. Hey, Day. Кин, scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Закон. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me what? A villain? Sounds fun. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it back. Давай, Бет. You get this? I'm gonna see it closer. I'm gonna see it closer. Shoot!
go to all that trouble for this? Shit! Черт. God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Что? Да, я дома. У меня просто это внимание, это моя мама. Not sure if it was for my sake or yours. Who put you up to this? Answer me or I let go. But you won't. You're not that kind of guy. Надо все. Вы поняли, что это значит? Кошка убежала, а Бэтмен получил какую-то царапину. Step out of the shadows. Выходит из тени. Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Oh, Wayne, are you doing? Time to save the city. Ну что ж, ребят. Хотя, погодите. Будет новый уровень или нет? Неважно. Ну что ж, ребята, мы сегодня увидимся в следующей части. Подписывайтесь на мой канал. Ну, если хотите, еще прохождение. Не. И сегодня все. Thank you, everyone.